Вот так одним нажатием кнопки в промышленной зоне Заволжского района начало свою работу чугунно-литейное производство завода «Памир». Предприятие стало первым в стране, получившее финансирование по совместной программе Федерального и регионального фондов развития промышленности. Совместный займ стал первым в России и составил 65 миллионов рублей. Это действительно уникальное и одно из лучших на сегодняшний день в стране производство. Ну, во-первых, оно дает возможность нашей стране запустить современное чугунно-литейное производство, прежде всего для производства изделий высокой прочности. Выпускаемая продукция как никогда востребована в отечественном автомобилестроении, строительной отрасли и энергетике. Сейчас большая часть компонентов завозится из-за рубежа и уже дорабатывается в России. «Памир» позволит осуществить полный цикл производства, начиная от отливки компонентов в Ульяновске. Наше предприятие оснащено самым высокотехнологичным автоматизированным литейным оборудованием, что позволит производить 1000 тонн готовой продукции. Запуск проекта позволит также снизить зависимость отечественных потребителей от импорта отливок из других стран. Плановый объем производства составит от 6 до 10 тысяч тонн отливок в год, в зависимости от номенклатуры изготавливаемых деталей. Компания планирует сотрудничать и с зарубежными предприятиями. Продукция, в частности, будет поставляться Ульяновскому станкостроительному заводу немецко-японской компании ДНГ «Мори». Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».